Здравствуйте, меня зовут Иван. Сегодня мы находимся в деревне Трубично, что под Великим Новгородом. Перед нами стоит задача сделать надежный и качественный фундамент под баню, площадь которой 36 квадратных метров. На данном этапе был вырыт котлован размером 7 на 7 метров. Уложен геотекстиль по всей площади и подсыпана песчаная подушка. Смонтирована опалубка из доски 25 на 150 мм. Армирование фундамента выполнено из 12-й арматуры типа А3. Бетон использовали марки М300. После того, как фундамент выстоится, будет заливаться стяжка со всеми выходами под коммуникациями. В конечном итоге на этом месте будет стоять эта прекрасная баня, сруб которой вы наблюдаете на заднем фоне.